праздник под мартынов день. Перед тем, как на ночь лечь, старуха жарить принялась, варить, тушить и печь. Стояла осень на дворе, и ветер дул сырой. Старик старухе говорит: «Старуха, дверь закрой!» «Мне только двери закрывать, другого дела нет. Он не пускай нас стоит открытый сотни лет!» Так без конца между собой вели супруги спор. Пока старик не приложил старухе уговор: «Давай, старуха, помолчи, а кто откроет рот?» И первый был Мисловцов. Проходит час, за ним второй, хозяева молчат. Печь огонь давно погас, в углу часы стучат. Вот бьют часы 12 раз, а дверь не заперта. Два незнакомца ходят в дом, а в доме темнота. А ну-ка, гости говорят, кто в домике живет? Молчат старуха и старик, воды набрали в рот. Достали гости из печи, себе по пирогу. И петуха, и потроха, хозяйка, и гугу. Нашли табак у старика, хороший табачок. Из бочки выпили пивка, хозяева молчок. Все гости взяли, что могли, и вышли за порог. Идут вороны, говорят: «Сырой или пирог?» А им ответ старуха: «Нет, пирог мой не сырой». Ей из угла старик подпевает: «Старуха, дверь закрой!» Петр Потапов.